Я желаю всем приятного времени сегодня здесь. Спасибо. Героическим защитникам Ленинграда. Вам, пережившим страшную 9-дневную блокаду. Я дочь и правнучка блокады Ленинграда. Послание небо каждому дарит, когда в великий день снятия блокады, со мной память предков говорит. 125 божественных. И карточка на хлеб бриллиантов всех ценней, когда в пустой квартире коммунальной молюсь: мамочка, приди скорей. Огонь буржуй неблагодатный, ты за тепло благодари. Когда, собрав кулак всю волю, писал, читал и азбуку учил, глаза без слез, не плакали вы больше, вы ваши силы берегли. Блокадный город жил суровой жизнью, и в этой жизни были правила свои. Услышь, Всевышний, ты мою молитву. В глаза блокадника смотрю. Пошли вам, Боже, лучшей жизни. За все я вас благодарю. Пискаревские плиты — священный гранит с миллионом непрожитых жизней. Имена словно знамя на теле хранит, как присягу на верность отчизне. Вскоре 80 лет с той жестокой поры, но не скоро затянутся раны. Каждый год в небеса отпуская шары, в землю кланяюсь вам, ветераны. Thank you.
мурманская девочка Таня Савичева сделала в этот день первую запись в своем дневничке. Многие знают эту горестную историю 11-летней ленинградской школьницы. Притихшая Таня сидит у окна. Цветной карандаш в тонких пальцах дрожит. Труп старшей сестры на кровати лежит. Девчушка досель не вела дневников, но Женя скончалась в 12 часов. До Нового года всего за 3 дня, как страшно свисает с нее простыня. Вновь девочка пишет, и запись страшна. Все умерли, Таня осталась одна. А после подальше дневник уберет и мертвую мать в одеяло зашьет. Из страшной квартиры захватит с собой венчальные свечи с венчальной фатой, еще 6 свидетельств о смерти возьмет и тихо в историю нашу уйдет. Дневник в Ленинградском музее лежит, в нем каждое слово набатом звучит. Нет, пьет, умерла, умерла, умерла. Лишь несколько строк, скупых, как смогла. Первый Ленинградский медицинский институт на протяжении всех военных лет оказывал всевозможную помощь фронту и городу. Продолжавшаяся в таких необычайно тяжелых условиях лечебная работа как больниц, так и поликлиник, это было важным вкладом медиков в борьбу с окружившим город врагом. Грустные ивы склонились в руку, месяц плывет над водой. Там у границы стоял на посту ночью. Дети войны смотрят в небо глаза воспаленные. Дети войны в сердце маленьком горе бездомное. В сердце словно отчаянный гром ленинградский гремит метроном. Неумолчный гремит метроном. Дети войны стали собственной памяти старшими. Наши сыны этой страшной войны не видавшие, пусть счастливыми будут людьми.
кусочек блокадного черного хлеба, засохший маленький, как уголек. Когда рвали бомбы фашистское небо, его выдавали на детский пылёк. Его выпекали из шмыла, опила, порой отдавали сырой мукой. А очередь шла до строк могилок. Там хлеб был синонимом жизни самой. За деньги тогда не купить хлеба было. По норме на карточку сколько дадут? От голода тело слабело и ныло. Но верили все. Ленинград не сдадут. Забыв, что значит плач, твердили мы сквозь смерть и муку. Ты проиграл войну, палач, едва занес на город руку. Так пусть же мир сегодня слышит салюта русского раскат. Да, это мстит, ликует, дышит победоносный Ленинград! За мужество и героизм, проявленные жителями блокадного города, Ленинград получил звание «Город-герой». Награжден он также был орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Ленинград! Для всех людей на планете именно он стал символом стойкости, мужества, самоотверженной любви к родине, удивительной силы духа русского народа. Краткую историю нашего города, нашего замечательного вот этого памятного дня 80-летия снятия блокады, полного освобождения от блокады. Поэтому всех вас еще раз поздравляю.